Лига чемпионов снова в Казани. Казанский «Зенит» начал защиту титула с сильнейшей командой Старого Света домашним поединком против дебютанта турнира и бронзового призера чемпионата Германии United Wallis из Франкфурта. Напомним, что этот матч стал последней проверкой для команды Владимира Алекно перед стартующим уже на следующей неделе клубным чемпионатом мира в Польше. Поэтому главный тренер «Зенитовцев» предоставил игровую практику своим волейболистам, причем испробовав нестандартные по нынешнему сезону игровые сочетания. Стартовую же шестерку составили Андерсон Фурмачевский, Михайлов Лоран Алекно, Лихошерстов Самойленко и Валентин Кротков в роли либера. Начало встречи получилось равным по счету, но при этом казалось, что немцы действуют на максимальных оборотах с эмоциями, в то время как зенитовцы могли прибавить в любой момент. Так оно и вышло при счете 14-14, когда на подачу вышел Максим Михайлов. А дальше все по классике. Два эйса и 7 очков за сет от диагонального. 25-18. The most important thing for me and my team tonight was to come here not demoralized, not to be overwhelmed. We started really good, but then against teams like this, their service is really great, so they made the difference on the service. Во втором сете немцы играли куда спокойнее, а казанцы действовали с большим запасом. Буквально через расстановку, выигрывая брейковые мячи, создав себе комфортное преимущество плюс 4. 5 блоков и 3 эйса за сет позволили конвертировать счет в 16-10 и уверенно довести дело до победы во второй партии 25-17. Я самокритичен, но, конечно, бывают намного лучшие игры. Есть к чему стремиться, есть к чему куда идти, с чем работать. Некоторые ребята очень понравились. Макс Михайлов, как обычно, сильный, очень здорово сыграл. In these first two sets, we showed some composure, we showed some compete with Kazan, and then they overpower you. We're not the only team that they overpower. All you niggas better give me the hype. All you bitches better give me the hype. Give me the hype. Третий сет казанцы начали в обновленном составе. Будько Алексеев, Кононов Лихошерстов, Кротков и, внимание, впервые в паре сыграли Эрвин Гапет и восстановившийся после травмы Алексей Спиридон. Здорово! Первая игра официальная. Как, даже по иронии судьбы я себе и костыли отдал доктору. Что-то не получалось начальник, конечно. Полтора месяца пропустить и приступить к общим тренировкам только. Я счастлив. Доигровщики добавили эмоций, буквально наслаждаясь игрой. А главное, изменения никак не повлияли на результат. Самым результативным игроком матча стал Андрей Сурмачевский, набравший 12 очков. 25-16 в третьем сете и 3-0 в матче. Есть первая победа в Лиге чемпионов. Дебютом Алексея Спиридонова доволен. Настроем на команду, несмотря, наверное, на счет от первого до последнего мяча. Думаю, что сегодня те, кто пришли, не пожалели. This is a great opportunity to play against a world-class team. As Kazan, for us, it's a great opportunity, a great learning experience to see the next level of volleyball. За счет концентрации, за счет, может, больше даже желания, потому что вышли новые игроки. Хотели показать, хотели сделать минимум ошибок своих. Конечно же, выиграть этот сет. Ну и закончите этот матч. Against one of the best teams, if not the best team in the world. Some situations, like I said, service and their block is they're playing that really good, made a difference between us and them. Отметим, что этот успех стал 24-м к ряду в рамках Лиги чемпионов. Последний раз команда Владимира Алекно проигрывала в марте аж 2016 года, тем самым обновив рекорд турнира по количеству побед к ряду. И хочется, чтобы эта серия не прекращалась как можно дольше. Утром 24 ноября волейболисты казанского «Зенита» и наша съемочная группа отправятся в Польшу защищать титул сильнейшей команды мира. Будет непросто, но очень интересно. Верим в «Зенит Казань» и оставайтесь на ZTV. Ну, своя форма нога хуже, чем командная. А так, в принципе, цвет у всех одинаковый. «Зенит» всегда ждет только побед. Вот, и будем непосредственно перед каждой игрой, будем настраиваться, будем разбирать и действовать собственно, по тактике, которую предложит тренер. Впереди сложно прогнозировать. Вижу, что Александр Будько, скажем, не до конца. Но посмотрим по ходу. Думаю, что справится. Вот. Остальные все в порядке. Валя, где прием? Как я должен посылать с таким приемом? Да ну тебя. Прием, это засада. Прием.